Ганга-таранга-раманья-джата-калапам Гаури-нирантара-вибуши-хи-тобам-бхагам Нараяно-прия-мананга-мадапахарам Варанаси-пурапати-бхаджави-шанатам Баги-саджасва-бадане Лакшир-джасва-чавакшаси Джасьястехиде-самбихит Там-нишинга-махам-бхаджи Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джасьясти бхактир бхагавати акинчана сарвагунай статра самасати сираха Хару абхакта шакуто махадгуна Манорathena сато дхавато вай Джасьясти бхактир бхагавати акинчана Сарвагунай статра самасати сираха Хару абхакта шакуто махадгуна Манорathena сато дхавато вай Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told Гуру Пад Падма is the Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Гуру Пад Падма это трансцендентный медиум, через которого мы можем видеть все так, как оно есть. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что Гурупад Падма – трансцендентный медиум, через которого мы можем видеть все, все, что есть что. В незрелом состоянии, если мы хотим применить нашу логику о Даме, о Наме, о преданных, о их лилах, то в этом большая опасность. И вот в начале всего мы должны обрести милость от Парамахамса Гурупад Падмы Гурварги. Мы в начале всего должны получить милость от нашей Гаудия Гурварги, чтобы понять, что такое настоящий баджан. Эта шлока, с которой я начал, она очень важна, она из Бхагаватам. На самом деле, акинчана бхакти — это не шутки. Много раз я говорил, что вся баджан-рахасья, вся мистерия баджана, она зависит от одного, от милости Гурупад Падмы. Полностью вся мистерия баджан, все сокровенное в баджане, оно зависит от милости. Это Гуру Крипа. Если мы сможем обрести Гуру Крипу, Вайшнава Крипу, то в этом случае баджан, он станет очень прост для нас. Акинчана бхакти значит безусловная преданность, безраздельная преданность. Не должно быть никакого запаха, никаких посторонних желаний в нашем сердце. И те, кто утвердились на пути акинчана баджана, нишкинчан баджана, все полубоги, они помогают таким преданным. Бхагаван Шри Кришна, он пишет, он говорит, точнее, перед Удхавой в 11-й песне Бхагаватам, те, кто
хотят совершать настоящий харибаджан. Вся обстановка, полубоги, они все делают против, пытаются мешать. А если мы будем пытаться совершать совершенный баджан, акинчана баджан, то они будут мешать. Если мы постоянно идем на компромисс с майей, то они будут так пытаться нас запутать. Но если вы хотите обрести только Кришну, если вы осознаете, что с незапамятных времен, что мы теряем наше время зря, только в этом рождении мы обретаем возможность совершить такой баджан по милости Гуру Вайшнавов. Обычные люди, они не могут понять значение Кришна-баджана. Те, кто заняты какими-то поиском какой-то пользы от всего, что они делают, поскольку материалисты, они хотят обрести все прямо, совершают баджан, думают, что они могут получить. И вот, те, кто имеют акинчана бхакти в своем сердце, все полубоги, они помогают ему все время. Трансцендентные качества, они возможны только внутри сердца чистого преданного. Поскольку материальные качества, иногда мы можем видеть внутри каких-то людей, хотя, может, снаружи как-то похожи на качество каких-то преданных, но на самом деле это не так. Те, кто не преданные, а бхакты, такие трансцендентные качества, мы не можем ожидать от них. Сат и асат — эти два термина в Веданте мы находим. Сат значит вечно вездесущее, вечно присутствующее, вечность, сад, истина. Хотя этим умом мы не можем понять, что такое вечное. Поскольку когда наш ум, он смотрит внутрь своего сердца, если его внимание направлено внутрь, это хорошо, но люди, как правило, ищут каких-то наслаждений, что-то ищут снаружи. Ум, он сравнивается с колесницей. Те, кто заняты асад-васту, асад значит какие-то временные вещи, удовлетворение чувств и подобное, и те, кто заняты этим, они всегда вот ищут что-то постороннее, наружное, а внутри себя никогда не задумываются даже, чтобы искать радость внутри себя. Махарадж рассказывал о качествах души. Единственное, что мы должны обнаружить это сокровище внутри себя по милости Гуру Вайшнавов, не только это. Шишила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж.
он был великий преданный, кто пришел к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Я хочу рассказать о его трансцендентном гуру даршане. И вот он пришел в Гаудиматх в детстве буквально, в малом возрасте. И вот Бхакти Харидой Бондев Гасай Махарадж и Гурупад Падма Шрила Бхакти Прамод Пуридев Гасай Махарадж. Они, когда были в Миднапуре, они посетили дом, вот там дом родителей Шрила Бхакти Кумуд Шанта Гасай Махараджа, его отец Вайкунтха Прабху его звали. Вайкунтха Прабху, он также был ученик Шрилы Прабхупады, его и дядя тоже был ученик Шрилы Прабхупады. Они пели прекрасные киртаны, и даже титул, и даже они получили титул от Шрилы Прабхупады. И вот они попросили Вайкунтху Прабху, ты должен этого Рада Рамана, это имя Шрила Бхакти Кумуд Шанта Гасай Махараджа в детстве, вот они попросили, чтобы кто-то отдали Рада Рамана Прабху для служения Шрилы Прабхупады. Его отец сказал, хорошо, если он не возражает, пускай присоединяется к вашему матху, и таким образом Шрила Шанта Гасай Махарадж он пришел к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, и вот он в школе, его зачислили там поблизости. И его гуру даршан очень важен. И когда он пришел к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, раньше он слышал, с отцом, точнее, много раз был в Шичитани Матхи, там и здесь, и в то время особо он пришел, чтобы принять прибежище лотосных стоп Шрилы Прабхупады, Шрилы Прабхупады, Харинамы, Дикшу. И с тех пор мы знаем его как Радха Раман Брамачари, он совершает служение все 24 часа в сутки, даже когда он спал, это тоже с настроением служения. Поэтому мы говорим, что он круглосуточно совершал служение. И в то время Шрила Бхакти Прамод Пуридев Гасай Махарадж, он был редактор Надия Пракаша в то время. И в то время Надия Пракаш каждый день издавали. И Радха Раман тоже как-то помогал, как мог, совершал киртаны, хотя был мал, но все же совершал прекрасные киртаны. Однажды из-за дождя не было бумаги. Этот печатный пресс был в Чайтанья Матхе, а Гаудию в Кришнанагаре, в Бхагават Матхе печатали. И там настоятель Матха был Бхакталок Парамахамса Махарадж. Он печатал как книги Гауди Матха, так и заказы брал посторонние. И вот вырученные деньги он же отдавал Чайтанья Матху. И вот однажды Шрила Бхакти Прамод Пуридев Гасай Махарадж, он пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, как мы можем печатать завтра. Нет бумаги, чтобы печатать завтрашний тираж. Кто ж принесет? Тут дождь идет, что ж делать? И Шрила Прабхупада спросил, есть ли кто-то, кого я могу послать.
если такие искренние преданные, да, есть, вот Радхараман есть, он может пойти, позовите его. Шрила Прабхупад позвал Радхарамана и сказал: «О Прабху, можешь ли ты поехать в Кришнагар, взять бумагу для печати Надея Пракаша?» Он сказал: «Да». Никогда не говорил: «Нет, города его», сказал: «Да, конечно, уже еду». И вот он сел на велосипед и поехал в Кришнанагар отсюда, организовал бумагу, привязал крыло к велосипеду. Ну, по дороге бумага, она упала с велосипеда, поскольку плохо была привязана. А веревки с собой не было, а из одежды была дхоти и утария. Он одел утарию, а дхоти, а с помощью дхоти привязал как следует эту бумагу к велосипеду. И когда Шрила Прабхупад, он увидел, он был очень доволен им. Он был очень счастлив. Такого ачарью, как Шрила Прабхупад, мы никогда не видели. Все, кто приходит к Шриле Прабхупаде в любом состоянии, Шрила Прабхупад мог... Он знал, как можно занять эту конкретную душу, в какой конкретной севе. Шрила Прабхупад был очень счастлив, поскольку Шрила Прабхупад, он видел, он хотел видеть настроение служения. Если Шрила Прабхупад видел настроение служения, он был очень счастлив. Радхараман, он так много служений совершал. И таким образом Радхараман совершил различные виды служения, и однажды из Мадхавдаки, в то время еще не было разделения, это была целая Индия. То есть потом разделился Западный и Восточный Бенгал. Восточный Бенгал стал Пакистаном, а в то время было один Бенгал. И вот тот настоятель Мадхавдаки говорил, что писал Шрила Прабхупаде, что нет никого, кто бы мог киртан должным образом пить. Можете ли вы послать кого-то к нам, какого-нибудь киртанью? И Шрила Прабхупад спросил: «О, Радхараман, можешь ли ты поехать в Мадхавдаки?» «Один, да». «Конечно, один сможешь?» «Да, поеду». И вот он поехал в Даку. Там надо было переплыть на лодке, потом на автобусе доехать. И таким образом Шрила Шанта Госвами Махарадж купил билет на лодку. Точнее, это корабль какой-то, паровой. И вот он сел перед окном летом. Тут народ пришел, начал возмущаться, что тут какой-то щегол сидит, ничего не делает, ленится. Вот еще и в Гаудия Матху. Еще это присоединился к Гауди Матху, поскольку работать не хочет, в Матхе живет. И вот начали его критиковать, выгонять, что ты тут это сидишь у окна, тем более, давай уходи отсюда, тут пожилых много, они все сядут, давай вставай. И вот Шанта Махарадж не возмущался, и после этого, ну, в общем, выгнали его. В общем, выгнали из своего места, пришлось ему стоять, и тем временем народу еще больше набралось. И вот тут харинам повторял, стоял. И таким образом в процессе этой поездки все его критиковали. И тут капитан этого судна сказал, что погода плохая.
настолько плохая, что сейчас мощный ветер начнется, и нет гарантии, что мы не потонем в процессе. Поэтому просьба, молитесь Богу, чтобы доплыть успешно. Гарантии нет, что мы доплывем, куда нам надо. Поэтому и все старые люди эти, а там еще какой-то человек был, который критиковал Шанту Махараджа, он вез на свадьбу дочери приданное дорогое. И вот начал думать, что же будет с моей дочерью, если я не довезу приданное. И вот он начал так беспокоиться, и все другие люди начали говорить, сейчас не время плакать. Сказали Богу молиться о том, чтобы мы успешно доплыли. Так давай молись и не плачь. И вот этот человек, начали как-то молиться они. Потом поняли, что их молитва далеко не дойдет. Хотя этот человек сказал, как бы не это, так случайно, что молитвы наши до Бога не дойдут. Но так и есть, поскольку молитвы должны идти через Гуру Вайшнавов, а напрямую они до Бога не доходят. И вот тогда делать было нечего. Начали просить Шрилу Шанту Госвами Махараджа, чтобы он за них помолился. Хотя критиковали за 10 минут до этого, а тут начали просить, чтобы он от их имени помолился Господу, чтобы они успешно доплыли. И Рада Раман сказал, я маленький, ничего не знаю о баджане. Но все же вы просите меня. Но мой Гурупад Падмадж, Шрила Прабхупад, очень могуществен. Я буду молиться Шриле Прабхупаде, и тогда Рада Раман начал молиться Шриле Прабхупаде, что вот такая ситуация, Шрила Прабхупад, он все знающий, и в итоге они успешно доплыли до своего порта. Это один случай был, поскольку в то время мало денег было у Гауди Матха, мало преданных. Так много проблем разных было. И со всеми этими трудностями все преданные совершали баджан с великим энтузиазмом. А сейчас у нас много удобств, много возможностей, но все же мы не можем совершать баджан. В то время даже связь была очень быстра, хотя если подумать, что было почти 100 лет назад. И телефонов не было, например, нельзя было позвонить и сказать, надо было кого-то отправить, если что-то происходило. Только в Бакбазар Гауди Миссии был один телефон. А все остальное надо было письмами писать. И несмотря на это, каждый день издавали Надия Пракаш, наши Гурвага, такие как Гири Махарадж и другие, они распространяли этот Надия Пракаш как газетчики. There finally they submit all papers from here. What is the latest situation here? They submit there. The authority they are reading. What is it? They are writing the latest situation there, giving this paper to that messenger. In the meantime, they could take prasadam, mahaprasadam there. After that, again starting with paper for Mayapur. Again starting for Mayapur. Ну, в общем, он весь день так проводил в дороге. Он с утра выезжал на распространение этого Надия Пракаша и других журналов, и
возвращался поздней ночью. А в то время даже ришак не было, нужно было пешком идти. И когда вот очень такая тяжелая ситуация была. Но полностью предавшиеся души, они всегда готовы отдать жизнь за Кришну. И в этом разница между обусловленной душой и с предавшейся душой. Шрила Шанта Госвами Махарадж, он вечный спутник Верховного Господа. Однажды Шрила Прабхупад хотел отправить его в Римуну. А, не в Римуну, а в Таиланд какой-то. В общем, в Таиланде что-то там место какое-то. И в то время там был тоже Гауди Матх. Много из нашей Гурварги, они тоже были там на проповеди. Мой Гурудев был занят написанием статей и прочего, а какие-то представители нашей Гурварги, они были там на проповеди. Это этот, как его? Бирма еще что-то там. В общем, где-то в Бирме или где-то там поблизости. После Бангладеша там страна какая-то. Рин, как по-русски. Ну, в общем, где-то там между Бирмой и еще чем-то. И там был Гауди Матх. И Радхараман Брамачари также был там. И в то время никто не мог. И Шрила Прабхупад никогда не позволял никому отдыхать, всегда занимал всех в служении. Просто сидеть, ничем не заниматься, это Шрила... нельзя было. Шрила Прабхупад, он всегда занимал всех в служении. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж, они послали его собирать Мадхукари. И вот тем временем Шрила Шанта Госвами Махарадж очень хитер был. И вот он ходил, собирал подаяние. И он однажды подошел к какому-то большому магазину сладости. И хозяин этого магазина был бенгалец. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж пришел туда. И вот хозяин этого магазина, он увидел, его начал шутить. И вот Шанта Госвами Махарадж, тут значит шутишь что-то Харе Кришна, тут ничего не делаете. Не работаете, только ходите, деньги собираете. А тот сказал, мы преданные должны вот то и то делать. И хозяин этого магазина, он был шактой. И вот он все эти сладости называл в честь какали. И вот в честь какали называл все свои сладости. Какие названия сладости, эти сладости? Просто сладость такая-то нельзя. Надо было сказать, что это джама, это айма. Это кхама, это... Ну, в общем, все эти сладости с именем Кали были связаны.
И нужно было тоже называть их в соответствии. И Шрила Санта Госвами Махарадж, он тоже шутил с ним. Он говорил: «Вы шутите надо мной, но смотрите. Смотри, во время смерти, что вы будете говорить, Джайакали? Почему во время смерти, когда вот в Индии кого-то, кто-то умирает, и люди, когда несут его в крематорий, кричат «Рам Нам Сатьяхе, Харибол». И этот человек тоже был ошарашен, что да, действительно. И таким образом в каждом Шанта Госвами Махарадж был успешен везде. Он был очень умен, очень хитер. Он мог совершать любое служение, мы знаем из Читания Бхагавад такие слова. Тот, кто совершает Кришна Бхаджан, он очень хитер, по-настоящему хитер и умен. Но Вриндаван Дас Такура говорит, что те, кто совершает Кришна Бхаджан, они очень хитры. И Кришна Бхакта, он они очень умные, очень хитрые и могут сделать все, что пожелают. И вот на Бенгалии такая пословица есть, что Кришна Бхакты хитрее черта буквально. И таким образом Radharaman was there in some, was sent to some place. Then in the meantime, by the, и вот Радхараман была, его отправили по указанию Шрилы Прабхупады. И вот в тот, и вот Шрила Прабхупада отправил сообщение через кого-то в тот мат, где жил Радхараман, чтобы тот написал статью о Гуру Таттве. И вот сказали, что Шрила Прабхупада попросил вас написать статью о Гуру Таттве. И вот он, Радхараман Брамачари, начал писать и много раз. И вот, в общем, написал этот редактор Гауди, был очень опечален, видя, что он изменил шлоку вместо Дживиро Сварупахой Кришнанитья Дас, Радхараман изменил на Дживиро Сварупахой Гуру Нитья Дас. И когда этот редактор опечален, написал, показал Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада сказал, что очень хорошо, Радхараман, он по возрасту мал, но осознание его очень высоко. Он прав, поскольку мы не знаем, где Кришна. Дживиро Сварупахой лотосные стопы Нитьянанда Гуру, они вечны. И те преданные, те, кто совершают севу Нитьянанды, они тоже вечны. И Радхараман, он был, сказал, да, очень хорошо. И после этого его статья была настолько великолепна, что Шрила Прабхупада был очень доволен. И однажды Шрила Прабхупада сказал, сегодня Экадаши, и Радхараман будет говорить Харикатху в этот день. Радхараман, он очень мал был, но это было удивительно. И Шрила Прабхупада дал ему указание, чтобы тот говорил Харикатху. Я не знаю ничего, но что по указанию Шрилы Прабхупады я должен говорить. И вот в Бхагавад Гите Шрила Санта Госвами Махарадж мне рассказывал эту историю. И вот он начал говорить Харикатху, и Шрила Прабхупад, он не знал, что Шрила Прабхупад сидел на балконе и слушал, и он,
И вот он не знал, что Шрила Прабхупад. И после того, как Харикатха закончилась, Шрила Прабхупад, он сделал замечание. Радхараман маленький мальчик, но очень... Но несмотря на это, вся Сиддханта, она совершенна. И таким образом, все время Радхараман, он получил огромную милость от Шрилы Прабхупады. Естественно, поскольку он любил его, смотрите, успех баджана Шрилы Шанта Госвами Махарадж, почему он достиг такого успеха в баджане, поскольку успех баджани зависит от того, кто, как много любви, как много милости получит от Гурудева. Сколько любви мы можем получить от Гурупад Падмы, наш успех зависит от этого фактора. Но люди, обычно гордятся чем-то, не могут получить милость, что-то им мешает. И после того, как Шрила Прабхупад ушел, Шрила Шанта Госвами Махарадж, когда он пришел сначала в Матх, он был в Матхе на Ультаданге в Калькутте. И так или иначе, после этого, когда Шрила Прабхупад ушел из этого материального мира, в 1936 году, 31 декабря, или 1 января, смотря как считать. Если на бенгальском календаре, то следующий день. И вот в начале 37-го или в конце 36-го года он ушел в Новый год буквально. И вот когда Шрила Прабхупад ушел, то начались какие-то проблемы в Гаудимате. Если кто-то хочет критиковать это, то это плохо, поскольку Кришна Бхаджан, он очень-очень редок, и чтобы понять лилу Шрилы Прабхупады, максимальное количество проблем возникают там, где люди не могут понять сокровенные лилы Гуру Вайшнавов, и такие проблемы возникли. Я уже говорил о Радхадасе Шриле Прабхупаде, уникальной Ачарьятве. Большинство людей, они не могли понять настроение Шрилы Прабхупады. И кто-то из нашей Гурваги смог понять, осознать, и они никогда не каких проблем не создавали, но другие, они отклонились от пути Шрилы Прабхупады, начались проблемы какие-то, и в то время вопрос разделения возник. И в то время Шрила Шанта Госвами Махарадж подумал, что же, куда же эти проблемы такие в храме, и вот он думал, если здесь останутся одни проблемы, к другой партии присоединились другие проблемы. Решил домой вернуться, написал письмо отцу Вайкунтхе Прабху. Что же делать? Вот такая ситуация. И Вайкунтха Прабху сказал, что если чувствуешь какие-то проблемы, возвращайся. И вот он вернулся домой. И тем временем наш Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, поскольку перед тем, как Шрила Прабхупад оставил этот материальный мир, его отправили в Мадрасе. И вот он совершал служение, и в то время наш Хагри Брамачари, он также был Брамачари. Он для Гауди Миссии собирал много пожертвований и всего остального. В то время Шрила Шанта Госвами Махарадж, Радхараман
Брамачари сказал Хайгриве Брамачари Шили Мадхави Госвами Махараджа и сказал, что вот тот какой-то вот тот Брамачари всегда ищет какого-то уединения. Я думаю, какая-то проблема с ним. И вот он ни с кем не разговаривает, не общается, всегда в уединении находится. Я не знаю, может, на каком он уровне, но что-то странно. И вот Хайгрив Брамачари позвал его: иди сюда. Что случилось с тобой? Почему ты хочешь, постоянно ищешь уединение? Какова причина, почему ты не общаешься с другими преданными? И вот он сказал, что Махапрабху не сказал не заниматься праджалпой, грамья катхой, а поэтому я вот так как-то уединяюсь ото всех. Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, что преданные не занимаются праджалпой, не обсуждают баджан, какие-то важные вещи, и он сказал, что если ты будешь постоянно уединяться, то какие-то проблемы могут возникнуть. И вот сначала там и вот этот Брамачари написал какое-то письмо в свой дом, что хочет уйти из Мадхвы, хочет жениться, и Мадхва Махарадж сказал, что ну хочешь, уходи. А это письмо этого Брамачари пришло. А он еще письмо отправил не с адреса матка, а с адреса какого-то этого домохозяина, который поблизости жил. Ну, в общем, этот Брамачари из матка ушел. И вот Шрила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж был очень разумен, очень умен с самого детства. И вот после этого, что случилось, когда ситуация была сложна, Радхараман Брамачари решил вернуться домой на какое-то время. Жениться он не хотел, просто переждать эти плохие времена хотел. И Мадхава Госвами Махарадж, когда узнал об этом, есть такая пословица, что друзья познаются в беде. Бхарати Махарадж очень часто повторял эту шлоку. И вот эта шлока из Чанакья Пандита и назначит, когда мы приходим к царю по какому-то вопросу, то лучше идти с каким-то хорошим другом. И когда кто-то умирает из ваших родственников, друг тоже помогает вам по всем этим делам. Во время голода, вот в Индии был голод в 1900 каком-то году. Вот, в общем, был голод. Не было зерна, хотя англичане выкинули все зерно в океан, чтобы создать искусственный кризис. Я вот от матери слышал, что люди ходили, просили, хотя бы воду, в которой рис варился. So,
И вот настоящий друг во время голода тоже поддержит нас, поделится едой, которая у него есть. И вот во время какого-то горя друг тоже может нас утешить. И вот Бхарати Махарадж правильные вещи говорил. Тот, кто всегда нас поддерживает, он наш подлинный друг, который поддерживает нас в беде, не только во время хороших ситуаций. И вот Радха Раман Брамачари вернулся домой, и Мадхава Госвами Махарадж вскоре узнал об этом, он тоже приехал к нему домой. Великие вайшнавы, им даже не нужно говорить Харикатху, просто увидев их, наше сердце уже изменится. Бхактививек, Бхарати Махарадж, его тело было темного цвета, у него были прекрасные глаза, высокая фигура. Он громко говорил ему, микрофон не нужен даже был. Actually, they already had Vigraha. Vigraha name I forget his name. Very famous. Their house still today you can find. There in their house there is deity. Nitya seva going on. И вот в доме этого отца Рада Рамана Брамачари там божества были, они служили им. И вот когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж также приехал туда, он спросил Вайкунтхи Прабху, почему они вообще позволили Рада Раману вернуться домой. Он сказал, что вот письмо написал, что там все плохо. Я подумал, что если ему там плохо из-за этой ситуации, пускай уже домой приезжает, он не саньяси, по крайней мере. И после этого наш Хайгрив Брамачари сказал. Hello. Our Guru Varga Siddhanti Maharaj. Наш Гуру Варга Сиддханти Махарадж. He writing. Он написал. Our actual disciple can be known. Что подлинного ученика можно узнать после ухода Гурудева. Я был очень счастлив от его наставления, советы. Я напечатал их в каком-то журнале в Гопинат Гауди Матхи, очень прекрасное наставление, отражающее истину. И также Хайгрив Брамачари сказал, о Вайкунтха Прабху, Гуру Ништа, Гуру Сева может быть узнана только тогда, когда Гурудев уходит. И вот сейчас это проверка, это экзамен для нас, и поэтому отдавайте вашего сына назад, и тот не стал возражать. И вот Мадхава Госвами Махарадж забрал Рада Рамана, и потом Мадхава Госвами Махарадж хотел построить матх в Миднапуре. Бабджи Махарадж тоже приглашали его туда, в этот матх. И вот Мадхава Госвами Махарадж, Джаджар Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж. И вот Мадхава Госвами Махарадж собирал деньги и купил этот матх под на имя Шрилы Шанты Госвами Махараджа и Джаджара Госвами Махараджа. В итоге этот матх отошел Джаджара Госвами Махараджа. Джаджара Госвами Махараджа.
но в то время не было зависти и каких-то этих, ну, какой-то политики. Какие-то люди очень возмущаются, если кто-то кому-то делает какое-то крупное пожертвование, сразу приходят, говорят, что тот саду совсем не саду, давайте лучше мне отдайте. И вот таким пытаются как-то получить как можно больше, но в то время не было такого. И вот в то время также шла тяжба между этими организациями, на которые разделился Гаудия Матх. И вот там они им пожертвовали какое-то здание, там привидения жили. Никого не было. Если кто-то заходил, то привидения нападали на таких людей. А Мадхава Госвами сказал, что хотим встретиться с этим привидением, можете нам отдать его, и этот замендар, он отдал его бесплатно, поскольку толку не было, одни привидения там жили, житья никому не давали. И вот Махарадж там был несколько раз, и в то время они начали совершать санкиртану. А в том этом здании лет 200 назад Дурга Пуджи проводили, и Шрила Шанта Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, они, когда приехали туда, они все там поменяли, начали совершать санкиртан, и как только они начали совершать санкиртан, и вот они, и вот сверху кирпич упал почти на них. Какой-то этот привидение скинуло сверху кирпич, и вот такие проблемы были. И в процессе санкиртаны все проблемы, они ушли. Но сейчас проблемы не такие, но всяких привидений хватает. Сознание, если наше деградирует, то человек становится таким буквально привидением. И вот там прекрасные божества в этом матхе, и Шрила Шанта Госвами Махарадж. Он принял саньясу в Кирачура Гопинатхе от Шрилы Джаджара Госвами Махарадж, я думаю. И после этого ему дали имя Шрила Шанта Госвами Махарадж. Он был очень могуществен, очень умен. Он всегда говорил о Сиддханту, все, что он делал, все это было прекрасно. И после этого Шрила Шанта Госвами Махарадж и Шрила Мадхава Госвами Махарадж, они решили, что у нас есть наш старший брат Боги, Шрила Джаджара Госвами Махарадж, мы хотим отдать им этот матх ему. И вот они отдали его. Никакой зависти было. Они столько денег потратили на обустройство этого матха, и вот отдали, подарили Бхактивичар Джаджара Госвами Махараджа. Шрила Шанта Госвами Махарадж также. Он думал, где он свой матх может основать. И вот в Кешаре. Это место в Миднапуре. И там он собирался открыть матх, и тут какой-то землевладелец пытался обмануть его, сказал, что нужно в суде сказать какую-то ложь, мою пользу, я вам вот кучу земли подарю. И вот что-то там, тяжба какая-то в суде была, что надо было сказать что-то в поддержку этого человека, и тогда он отдал бы кучу земли ему. И Шрила Шанта Госвами Махарадж сказал, что не нужна мне твоя земля, врать я не буду.
и ничего не взял, соответственно. И после этого, по милости Бхагавана, он получил другое место и там основал Кешари Матх, и после этого других много матхов он основал в Пури, в Бихале, в Ментоне, это в Калькутте, район Калькутты. Но все время для служения Шрилы Прабхупады они все готовы были отдать свою жизнь. Смотрите, возраст Шрилы Шанты Госвами Махараджа не был так велик. Но когда Хайгрив Брамачари начал свою миссию, чтобы восстановить место явления Шрилы Прабхупады, никого не было, кто бы ему помогал. Все, наоборот, спорили как-то, боролись с ним. И такое терпение, как у Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, это невозможно. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорил, что когда всем надоело, то Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, что и вот Мадхава Госвами Махарадж пытался и что-то сделать, и вот вопрос пришел, как строить какой-то храм, чтобы преданные могли жить. Этим заведовал Шрила Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж, он построил все, сделал проекты всех Шичетания Гауди Матхов. И даже когда Шрила Шанта Госвами Махарадж, он хотел в Пури построить матх, он спросил Бхарати Махараджа, тот брамачари был в то время. Ты должен дать мне совет, как построить вот матх, как тут места не так много, как сделать все наилучшим образом. И Бхарати Махарадж сказал, хорошо, матх надо вот так сделать, гостиный двор там. И вот, в общем, он дал совет, чтобы полезные площади по максимуму занять там. И вот по наставлению Наротама Брамачари, Шрила Шанта Госвами Махарадж был очень счастлив. И таким образом, если вы посмотрите на матхвы, на каждой матхве вы увидите великолепие разума Шрилы Бхактивиген Бхарати Госвами Махараджа. И вот как там места было мало, но все идеально построено. И после этого пришел день Гора Пурнима. Наротам Брамачари сказал: «О Махарадж, нам пора уезжать и вернемся к Ратха-ятре. Почему? Все преданные приедут, могут здесь, приедут, будут здесь находиться, мы им мешать будем». А тот ответил: «Нет, находитесь здесь, мы, не волнуйтесь, мы приспособимся. Вы служите моему Гуру Махараджу Шрили Прабхупаде, как я могу выгнать вас? Это очень важное служение, поэтому оставайтесь здесь, любые проблемы, которые возникнут, я помогу вам их решить, поэтому живите здесь». И вот по указанию Шрила Шанты Госвами Махараджа, Бхарати Махараджа, и потом матх Ментоне, это район в Калькутте такой, там был основан Шрила Шанта Госвами Махарадж. До последнего момента своей жизни он говорил мне: «О Баба, твой Гуру Махарадж и Бхандава Госвами Махарадж, они очень милостивы. Они первые, кто привел меня к Шрили Прабхупаде, к жизни в матхе. До последнего момента своей жизни он так много служений совершал. Кануприя Баба, пожилой Бабаджи Махарадж, в Чайтани Матхе живет он. Я не знаю почему, но он очень любит меня. Ему уже сколько лет? Ну, под сотню.
он гораздо старше меня. Он первый ученик Шрилы Шанти Госвами Махараджа, это Кануприя Баба. Кануприя Бабаджи Махарадж, он первый ученик Шрилы Шанти Госвами Махараджа. А этот Шанти Госвами Махарадж на год старше его всего был. А у Шрилы Бхакти Валабхитирти Госвами Махараджа есть ученики, которые старше его. И вот он, вне зависимости от возраста, всегда в своих письмах им пишет Дандават Пранам. Он всегда выражает почтение, клонится им, вне зависимости от их возраста, всем. И вот когда Гуру Вайшнава, они пишут прямо письма, их поклоны всегда. Вначале предлагают им свои поклоны, или наш Бхакти Вилас Тирта Госвами Махарадж, кто был кунжада, когда вот, в общем, по суду разделили имущество Гауди Мадхана на две части. Согласно мнению Шили Кешава Госвами Махараджа, они даже дюйма земли не имеют права взять, но так или иначе суд они выиграли, но как не совсем выиграли, но что-то получили. И вот таким образом, когда Шри Чайтанья Махапрабху новый учил, и вот в то время, после этого разделения, Шрила Бхакти Дайта Мадху Госвами Махараджа сделали ачарьи Шри Чайтанья Махапрабху. Его выбрали ачарьи, кунжада назначил его ачарьи Кунджа Бихари Прабху. И потом по влиянию Мадху Госвами Махараджа какие-то проблемы возникли, его выгнали, и пришлось ему уехать с Мадха. И тогда наш Шрила Шанти Госвами Махарадж, он был там, в Чайтанья Махапрабху, в то время, и Кунджада сказал: «Ты должен пообещать мне три вещи». И что это? Кунджада говорит Шанти Махараджа: «Вы любите Шрилу Прабхупаду, вы хотите, я могу открыть свое сердце, и вы увидите там Шрилу Прабхупаду, если вы любите меня, вы должны пообещать эти три вещи». Кунджада, он был Бхакти Вилас Тирта Госвами Махарадж, он сказал Шрилу Шанти Махараджу, что тот должен пообещать сделать эти три вещи, если он вообще любит Шрилу Прабхупаду. И что же это за обещание? Первый ученик, ты должен отдать своего ученика Шри Чайтанья Махапрабху. Да, и вот это Кануприя Баба, он последние 75 лет, он живет и служит в Шри Чайтанья Махапрабху. Иногда мы идем на Харикатху, на дни явления Шрилы или ухода Шрилы Шанти Госвами Махараджа. И вот Махарадж, он живет с ним в одной комнате часто. И иногда на день явления Шрилы Бхактивинода Такура, но сейчас он достаточно пожилой и никуда не ходит. И таким образом ты должен пообещать эти три вещи. Наш Кунджада сказал Шрилы Шанти Госвами Махараджа: первое, ты должен первого ученика отдать на служение Шри Чайтанья Махапрабху. Хорошо, вот сделал это. Второе, всегда, в любой момент, если я позову тебя ради любой проблемы, ты должен оставить все и прийти, чтобы служить Шри Прабхупаде в решении той или иной проблемы. Хорошо, в любое время, день или ночь, зовите, я приеду ради Шри Прабхупады, я готов отдать свою жизнь. И третье, дам парикрама, every year you will have to leave.
каждый год ты должен вести дхамму парикрамы. И вот он взял с него три обещания, и до последнего момента своей жизни Шрила Шанта Госвами Махарадж, он исполнял все эти указания. А Кануприя Баба уже последние 75 лет живет в Шри Чайтанья Матхе. В тот день, когда он пришел в Шри Чайтанья Матхе, с этого дня он занимается каким-то служением, совершает пуджу, выращивает овощи, цветы для поклонения и все остальное. Он знает много вещей, случилось. Но Шрила Прабхупада с ним, я также говорил Харикатху, все читания матхи, ни у кого не было возможности, только я по милости Шрила Прабхупады вот в Натмандире, там я вот говорил, где самадхи Шрила Прабхупады в главном храме, так много Харикатхи Махарадж там говорил в то время. Это давно было, лет 10 лет назад, и Шрила Шанта Госвами Махарадж был успешен, чтобы сдержать все эти обещания до последнего момента своей жизни. И я сейчас расскажу о моем опыте общения с Шрилой Шанта Госвами Махараджем, когда я был в положении брахмачари, носил шафрановую одежду, какие-то саньяси знаменитые. Они давали мне указание, что сегодня ты должен поехать со мной к Шанти Госвами Махараджу. Я, ну, переводчиком с русского на понятный переводе. И вот, ну, и вот Махарадж ездил с ними, помогал переводить. И наш Шанта Госвами Махарадж был очень счастлив. И вот он отвечал на вопросы, которые спрашивали. И особые возможности я обрел от него, особую поддержку. Я никогда не забуду за всю свою жизнь, когда меня назначили редактором журнала Гауди Патрики, то все сомневались, что я достойно буду редактировать. Но по милости Гурудева я все делал. Но я никого не оскорблял. Ну, например, если кто-то прислал какую-то статью, какой-то знаменитый, известный этот Махарадж, я читал и сомневался в каждом слове буквально, как это возможно. Я шел к Гуру Махараджу, что вот пишут, так это или нет, нет, это не так, и то не так, и это не так. Все неправильно, нельзя такое печатать. Но вот известный, знаменитый этот писатель, вот санскрит знает, но Сиддханта — это не какая-то гимнастика. Сиддханта, хотя Радхараман, смотрите, достаточно мал, но по милости Гурудева Сиддханта, она явилась в его сердце, и это согласно настроению служения, это все проявляется и вот сейчас. Я хочу И вот что же мне делать, если я уберу то, что написали какие-то уважаемые люди, будут возмущаться. Я решил, что нужно все бояться Шрилы Шанта Госвами Махараджа. Я вот с теми неправильными статьями шел к Шрилы Шанте Госвами Махараджа, рассказывал, что вот тут прислали статью, я думаю, надо и переписать все. Вот послушайте, что было и что я сделал. И вот он, Махарадж, читал несколько версий статей на нередактированные. Он всегда говорил, что это, да, все неправильно. Потом я уже читал исправленную мной, и Шрила Шанта Госвами Махарадж все одобрял. И тогда я записывал все и редактировал. А если кто-то возмущался, что я тут все исправил, как я смел, я сказал, что я ничего не менял. Я вот пошел к Шрили Шанте Госвами Махараджу,
спросить вопросы по вашим статьям, а он все вам поменял. И вот когда они услышали имя Шрилы Шанты Госвами Махараджа, они уже не могли ничего против сказать. И поэтому я вот так Шрила Шанта Госвами Махарадж помогал мне в редактировании статей. И вот на день явления Шрилы Гуру Махараджа, 96-й год был. В смысле, Гурудева было 96 лет. И вот Бабаджи Махарадж по служению иногда нужно было ездить в Калькутту, иногда даже два раза в день. Ну, что, то не хватает, то это не хватает, то какой-то этот работник противный. И вот Махарадж первый приехал в этот земельный департамент, тот офицер спросил, где же подпись вашего Гурудева. Как здесь, вот там, 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 здесь нет, вот заодно не хватает, давайте, езжайте назад. В общем, до пяти, если успеете, то возьму документы, но вот Махараджу пришлось... Он там в 4 утра вышел, доехал до Калькутты, сказали, опять надо, в общем, опять переехал в Майяпур, сказал, вот надо подпись, груда, еще одну груду подписал, и вот поехал опять в Калькутту, и вот в 4:45 доехал, опять отдал эти документы, и вот... И вот однажды Гуру Махарадж мне сказал, что нужно пригласить Шрилу Шанту Госвами Махараджа. Мы поехали на машине, взяли этот такси, и Шрила Шанта Госвами Махарадж был пожилой, и с нашим матха сказали, чтобы он хорошо доехал. Но машина маленькая была. Maharaj, no place to sit. Just, okay, no problem. Full load, diver, there two men. But Maharaj said, hey, you, tu Javina? А потом еще он видел меня, что я не вместился в машину, и как-то они все там подвинулись, потеснились, и меня посадили. И вот так доехали. А когда Шрила Шанта Госвами Махарадж был Сабхапати, председателем собрания, все боялись его, поскольку он сидел с полной энергией. И если кто-то что-то неправильно говорил, Махарадж сразу же наказывал таких людей. Почему мы любим Шрилу Шанта Госвами Махараджа? Его учение, его поведение, оно идеально. Он очень строг, иногда бил своих учеников деревянными тапочками, падоками. Какой-то бесстыжий брахмачари, не хочу его называть. Мат какой-то этот, матхам завидовал, ушел, помер, в общем. И однажды пришел к Шрили Шанти Госвами Махараджу, тот спросил, зачем тот пришел, сказал, я хочу саньясу воспринять. И Шанта Госвами Махарадж сказал, что да, если ты хочешь меня убить, поэтому саньясу просишь. Он, Махарадж, видя кого-то, мог насквозь видеть его мысль, его характер. Какой-то саньяси приехал в мат, спросили, откуда он приехал. Вот тут пожить пару дней пришел, приехал, каким-то бизнесом занят здесь. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж сказал, что ты сегодня должен говорить о городе, отвените надитат, я буду слушать. И вот тут сразу вспомнил, что у нее какое-то другое дело было, и сразу же уезжал. То есть такие, если какие-то люди без дела приезжали, то он просил что-то сказать о Гуру Татве, о Нитянанда Татве. Они знали, что если что-то неправильно скажут, то получат от Махараджа. И вот на одном собрании пригласили какого-то знаменитого профессора. То, что мои вади не знали, в общем, где-то профессором работал. И вот Махарадж дал слово всем, и когда тот начал говорить,
услышали, что одна Майявада, Ишила Шантакасай Махарадж, ничего не ответил. Он слушал. И вот когда очередь дошла до Махараджа, и вот Махарадж все аргументы этого профессора, он всех раз опроверг все слова этого профессора. И вот он сказал, что с самого начала вы сказали, что вы Брахма, Ахам Брахмасми, да? И как вам не стыдно так врать? Нет, Джива Брахма. Брахма, да. Да. А признак Брахмы какой? Брахма, он нервикар, он без каких-либо реакций, он беспристрастен. И тот взял палку, хотел ударить этого профессора, а тот сразу испугался, начал убегать. А тот сказал, как ты только что сказал, что ты Брахма, без всяких реакций, почему что тут боишься, убегаешь? И все начали смеяться над ним. Шрила Шантагасая Махарадж был очень хитер, одним словом мог поставить любого человека на место. Он не говорил, что тот Майявада, то плохо, это плохо, это не так, то не так, а просто замахнулся палкой и этот все понял. А есть еще в мантру приходят различные бабушки, они харикатху не слушают, просто ходят за компанию или просто от того, что делать нечего. И вот там Махарадж говорил харикатху в день Экадыши, и после этого говорил о правилах, предписаниях Экадыши, и какой-то ребенок сидел, слушал, и после этого на следующей Экадыши, когда та бабушка с внуком думали, что же готовить, цветы банановые или рыбу или еще что-то. И этот мальчик сказал, что, о, мать, мы еще ходили в Гаудиамат, сказали нам, что в Экадыши мы должны фрукты и плоды есть. А бабушка начала возмущаться, что ж несешь. Мы как мы же ходили в матку, сказали, что в Экадыши надо есть, и что не надо. Там бабушка возмущаться начала. И таким образом любые харикатха, любые киртаны, особенно киртаны, киртаны Шрилы Шантагасая Махараджа были уникальны. Они могли задеть наше сердце. Они пели сердцем. Во время парикрамы ему Гуру Махарадж говорил, Гурупад Падма тоже был киртани, он прекрасные киртаны совершал, но Шрила Шантагасая Махарадж во время Гундича парикрамы, во время Городама парикрамы, Шантагасая Махарадж, он вел киртан, как Шрила Бхакти Валабха, Тиртагасая Махарадж. Хотя и Ачарья, он должен своим примером вдохновлять всех на парикраме. Если просто едет на машине, а не идет и поет киртаны, то это глупо. Парикрама, это настоящая парикрама была во время Мадхава Гусей Махараджа, Шрилы Шантагасая Махараджа. Мы не видели, как они совершают парикрамы, как же мы можем будем их делать. Если какой-то саду говорит харикатху, то эта сила, она передается нам. В Гундича Марджан Титхи Шрила Мадхава Махараджа, Шантагасая Махараджа, они были там, говорили харикатху, пели киртаны. Их киртаны, как много народу было, они пели без микрофона. И таким образом, с великим энтузиазмом они все это делали. Откуда они брали эту энергию, энтузиазм? От Шрилы Прабхупады. Мы совершили ошибку. Мы хотим избегать Шрилы Прабхупады, хотим какую-то славу собрать. Что Шрила Прабхупада как-то старомоден, а мы правильно делаем, но это не так.
Я знаю, что это сложно, но в тот момент, когда мы оставим связь с Шрилой Прабхупадой, мы потеряем все. Если мы оставим Шрилу Прабхупаду, то обретем мы его снова или нет? Это большой вопрос. И на Бенгале в день ухода явления Вамана Госвами Махараджи я говорил, что мы очень-очень удачливы, поскольку все учение Парампары, как из Ганга, Ганга нас нисходит с Ганготри, с Гомукха. Туда это очень тяжело зайти, очень высоко. И вот Шрила Прабхупад говорил, Ганга протекает. По тем местам, если нам нужно набрать воду Ганги, нужно к Ганге пойти. И только из Ганги можно найти, набрать воду Ганги. Если Ганга до нас не протекает мимо нас, если Ганга не протекает, то можно куда-то пойти, пытаться ее набрать, но... Но милость Ганги в том, что она приходит к нам, чтобы очистить. Ганга должна течь там, а здесь Бхагиратха. Он сделал так, чтобы Ганга здесь протекала. Бхагират сказал, что это вечная дама Навадвипа. Если я это Ганга протекала и подумала, что если мимо Навадвипы протекаю, почему бы не получить милость лотосных стоп Гауранги, поэтому Ганга изменила русло и так вот обтекла Навадвипу. И что я хочу сказать? Также Парампара, если сила Парампара, но она с Нитянады. И вот в этом киртане описывается, откуда наша парампара происходит. Мы очень-очень удачливы, а если мы глупцы, то будем терять свое время. Мы должны радоваться день и ночь, что у нас есть возможность обрести ту же самую Гангу, имеется в виду ту же самую Сиддханту, которая была во время Шрилы Прабхупады. У вас может быть много денег, но такую возможность вы не обретете. Это Сиддханта, которая была во время Шрилы Прабхупады, она также приходит к нам через нашу Гуру Варгу. Мы очень удачливы. Я сидя в Ясасане, я ничего не хочу. Я очень счастлив, что я получаю это сокровище от моей Гуру Варги. Я вечно благодарен Гуру Варге, что я обрел то, что было почти утеряно. Но по заявлению Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Бхактивинодара, учение Парампара Бхактивинода Тхакура никогда не прервется. И мы очень удачливы. Мы обрели ту самую Сиддханту, которая пришла через Бхагиратху. Бхагиратха для нас это Шуда Бхакти Мандакини Дара. Бхактивинода Тхакура, он зовется новым Бхагиратхом. Он тот, кто привел эту Бхакти Гангу на землю. Тот Бхагиратха был во время Сати-югу. И также мы говорим, что Бхактивинода Тхакура седьмой Госвами. И также Сиддхартха Госвами Махарадж. Остальные говорят, Шрила Бхактивинода Тхакура, он Бхагиратха. Он поток Бхакти Дара. И как мы настолько удачливы, как я могу заявить, что мы Парам Гурудев, Шрила Прабхупад, нам нужно достичь того уровня, на котором мы можем сказать, что наш Парам Гурудев, Шрила Прабхупад, наш Парам Гурудев, Шрила Прабхупад, мой Гурудев, Шрила Кешава Госвами Махарадж или Сиддхартха Госвами Махарадж,
насколько мы удачливы, и мы обрели таких великолепных шикшагуру, как Шрила Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж и другие великие вайшнавы. Мы должны думать снова и снова об этом. И тогда все ваши страдания, они пройдут. Таким образом, я очищаю свое сердце. Почему? Я очень счастлив. И мы очень удачливы, что у нас есть такой гуру, если мы бы мы родились на 200 или на 1000 лет позже, то где бы была бы гарантия, что мы обрели бы это же самое учение Шрилы Прабхупады. Если бы мой Гуру Махарадж не был бы полностью предан Шриле Прабхупаде, то бы не могли бы обрести от него такую милость. И вот, сейчас, благодаря нашей Гуру Враге, мы получаем то же самое учение, ту же самую Сиддханту, которая была во время Шрилы Прабхупады. Это практически невозможно, но мы обретаем ее. Мне было очень неудобно, поскольку преданные, особенно иностранцы, говорили, что я очень-очень строг. И в итоге я вынужден был пойти в Чайтанья Матх. Я там говорил Харикатху и тоже видел, что какие люди, они, в общем, не могут принять и мою строгость. И вот я никогда не одобрял уединенный баджан. И вот я думал, как же совершать служение, и Бхагаван дал мне шанс, когда я был на Сурьякунде, там один преданный, он в Калькутту ехал встретиться с Гурудева, был ученик Шрилы Шанты Госвами Махараджа, я написал книгу, я написал письмо Шрилы Шанты Госвами Махараджа, Гурудев уже ушел лет 10, как, не 10, но где-то лет 6 это прошло после этого. И я написал письмо Шрилы Шанты Госвами Махараджа, рассказал о моей жизни и так сказал, что по милости Бхагавана я хочу совершать служение. Гуру Врага хотела отдать мне служение, но сейчас ситуация такая, что никакого служения не могу делать. Я просто читаю, прошу Мадхукари, читаю Бхагаватам перед Суринарайна Бхагаваном. Никого там не было, просто я как сумасшедший по 8 часов в день читал Бхагаватам перед Суринарайна Бхагаваном. Говорил Харикатху какую-то, но в Раджавасе они плохо понимают. И вот я написал письмо Шрилы Шанты Госвами Махараджу, и Шрила Шанта Госвами Махарадж был в Кешаре в то время. Он был болен в то время, что-то со здоровьем было, он читал письмо, и он прочел письмо и написал мне огромный ответ. Я опубликовал его в журнале, и когда Шрила Шанта Госвами Махарадж ушел из этого мира, я написал статью большую на Бенгали. Если вы поймете Бенгали, вы будете очень рады. Что же делать?
это было напечатано, и потом письмо я тоже там опубликовал. И Шрила Шанта Госвами Махараджа в этом письме давал мне полную милость и четко сказал, я не знаю, я был удивлен. Шрила Шанта Госвами Махараджа написал статью, вы должны совершать сампрадайк севу, вани вайбав севу. Никто, ну как это делать, никто не помогает, мне ни людей, ни денег, но потом я осознал, после получения этого письма я думал, это наверняка милость моей Гурварги Шрила Шанта Госвами Махараджа. Это письмо со мной, я храню его. Там вся полное благословение Шрила Шанта Госвами Махараджа и чудо, там, где говорил Шрила Прабхупаде и Бхактивинода Такуре. Люди начинают как-то возмущаться и как-то делают так, чтобы я ушел. Если бы вы были в моем положении, вы бы померли уже. Куда бы я ни шел, я всегда говорю о Сиддханте Шрилы Прабхупады, и люди какие-то возмущаются, пытаются как-то выгнать меня. Но в итоге... Take all those books there. After that, I go mad. I was free and okay. So now I begin. They make politics. I swear to go with these books and they ask. I was free and okay. I was thinking where to go. What I can do in my life. No place. After that, finally, I could realize that it is the arrangement of Nityananda. И вот после всех этих, и вот потом преданные начали приходить, говорить, что тебе не нужно жить на Радакунде, твое служение это Ванисева, это публикация и прочее. И в итоге я вынужден был уехать из Враджа, и здесь какое-то мне дали какое-то помещение, у Махараджа появилось, кто-то дал такое маленькое помещение, даже очень скромно было, даже не было кастрюли, где рис готовить. И вот первую книгу Махарадж начал писать, Чатрадера Бхактивинод. Шрила Гурудев очень хвалил эту книгу о лилах Бхактивинода Такура. И потом много Махарадж опубликовал больше 60 книг за следующие лет 7 где-то. И вот когда... И также Махарадж говорил Харикатху в месте явления Шрилы Бхактивинода Такура. И когда он начал служение в этом новом месте, то первое, что Махарадж сделал, начал петь киртан вместе явления Шрилы Бхактивинода Такура. И вот Махарадж решил в тот день начать киртаны, наметиться до взять, совершить парикраму. И ту силу, которая была в учении Шрилы Бхактивинода Такура, чтобы она пришла туда, где Махарадж поселился. Там, ну, он очень скромно жил, ничего не было. И вот там он начал писать, одни камеры были. И тогда я понял, что Шрила Бхактивинода Такура помогает мне, я могу продолжать. Хотя ничего не было, ни денег, ничего, но потом все стало приходить. Так много энергии я посвятил, и по милости Гурварги я достиг успеха. И таким образом все продолжается, и Шрила Шанта Госвами Махарадж, когда услышал
что Шрила Шанта Госвами Махарадж ушел из этого мира, то я решил. И вот как Шрила Шанта Госвами Махарадж ушел, я узнал, где самадхи его будут, сказали в Кешаре. И вот я сразу поехал в Кешаре, мимо Калькутты, и вот я достиг Матха Каракпура, там также Шрила Шанта Госвами Махарадж туда уже прибыл, это 18 километров от Каракпура, и вот мы пересели, поехали ночью, было час. Ну, около часа ночи там приехали, тысяча преданных было, мы организовали процессию. Была это деревня была, там не было света. И вот с киртаном мы организовали процессию. Киртан — это наша жизнь, и мы должны всегда совершать киртан. И вот с киртанами мы ходили, обошли вокруг всю эту деревню и вернулись в мат в Кешаре. Спать негде было и некогда. Мы приехали туда не для того, чтобы отдыхать и есть, и спать, а ради. Вот самадхи Шрилы Шанта Госвами Махараджи вот организовали самадхи. И вот потом мы еще спорили, где самадхи построить. Кто-то настаивал, что в Майяпуре, кто-то говорили, что нет. Махарадж дал наставление в Кешаре, значит, в Кешаре, в Гопинатхе самадхи организовать. В итоге решили послушать Махараджа, завещание Махараджа в Кешаре сделать. И вот Махарадж ушел, все плакали, когда если все уйдет из моей жизни, я это могу как-то потерпеть, но если вайшнавы, дорогие вайшнавы, уходят из жизни, то я не могу этого потерпеть. Если какие-то вайшнавы уходят из этого мира, подумайте, какая связь у вас была с ними. И вот еще я расскажу несколько случаев. Если мы хотим узнать Гуру Татву, мы должны узнать о Шрилы Шанты Госвами Махараджи. И в Каракпуре был один ученик Шрилы Шанты Госвами Махараджи. И вот он был этот. Nobody knows if Guru Vaishnava loves me, how much he is going to love, how much kripa, only that disciple and Gurudev know. Outside people cannot understand. It's a secret thing. Сколько любви есть у ученика Гурудева, кто это может понять? Кто обретет милость, это зависит от служения. Настоящий ученик, можно его определить после того, как Гурудев уйдет из этого мира, тогда. Если что-то сердце грязно, оно проявится сразу же. Это прекрасная сиддханта. Когда Гурудев уходит из этого мира, тогда мы можем понять все мотивы тех или иных учеников, которые пытаются занять место Гурудева или еще что-то. Вот после ухода Гурудева мы сразу все это осознаем. И вот этот Махарадж, он был великим преданным. Никто не знал. Шрила Шанта Госвами Махарадж очень любил его. У них была глубокая связь.
когда ученик, он отправился в госпиталь на операцию, он был болен, он написал письмо Гуру Махараджа: «Может, я не вернусь без больницы, поскольку такие операции редко успешными становятся, обычно пациенты помирают почти всегда». И вот он написал письмо, что где все украшения божеств, где деньги, где то, где все, сколько, где, когда и почему. Вот он все расписал до копейки. И вот он написал, что Гуру Махарадж, может, я не вернусь из больницы, вот лежит все там, там и здесь. И вот письмо пришло к Шиле Шанти Госвами Махараджу. И Шанта Махарадж, он удивился. И действительно, этот преданный помер после операции, умер. И когда Шила, а кто такой Гурудев? Как это понять? Вот этот ученик Гурудев, Шанта Махараджа или Шанта Махарадж Гурудев, этого ученика. Вы не знаете о сокровенной, прекрасной сокровенной связи Гурудева и ученика. У меня есть какое-то чувство, когда Гуру Махарадж ушел, был после самадхи, я чувствовал себя беспомощным, я что-то осознал. Шрила Шанта Госвами Махарадж плакал, как ребенок, когда его отец умирает. До последнего момента своей жизни, и фотография этого ученика была всегда с ним в его комнате. Даже и вот он всегда носил с собой, держал рядом фотографию этого ученика. И таким образом мы знаем, какое, можем понять, какое чувство, глубокое чувство между учеником и гуру, его имя Сагара Махарадж, этого ученика Шрилы Шанта Госвами Махараджа. Шрила Шанта Госвами Махарадж каждый день буквально смотрел на его фотографию, плакал. Гурудев Садгуру, тот возвышенный, преданный, он может понять все. Они могут осознать все. Кто, у кого есть подлинная любовь, я могу привести пример. Вы можете осознать, кто что делает. Даже если кто-то найдет какую-то степень ученый, но наши Гурвага, они не заинтересованы в каких-то ученых степенях или еще о чем-то, что у нас есть или нет. Я приведу пример очень часто. Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, какие-то преданные, они думают, что мы проповедники Гаудия Миссии, мы знаем Сиддханту, тысячи людей слушают от нас. Шрила Прабхупад ушел, но Шрила Прабхупад, он мог оставить какое-то... Он мог оставить сокровище, какой-то бриллиант вместо меня. Один из них — это Аранья Махарадж. Когда Аранья Махарадж говорил, Шрила Прабхупад, он отправил его на проповедь. Но он очень просто говорил. Люди не заинтересованы были. Они расходились. Понимаете? И в итоге
ну, какие-то саваки скажут, что никого нет, заканчивайте. Ну, тот сказал, смотрите, очень много душ слушают эти деревья, насекомые, кустарники, полубоги. То есть, с постороннего такого взгляда, вроде проповедь его неуспешна, ни денег не собрал, ни народа, и говорит не так красиво. Однажды, после проповеди, Аранья Махарадж и несколько брахмачари пришли без билета. Но денег не было, на поезд без этого, без билета сели. И в итоге их поймали эти контролеры билетные, спросили, где билеты, сказали, билетов нет, денег нет, можете поискать. И Шрила Прабхупада узнал об этом, в Бхакбазар Гауди Миссии узнали об этом, что их, ну, в общем, их отпустили. Они пришли, собирались прийти в Гауди Миссию, и Прабхупад сказал преданным, идите с караталами и мридангами, выразите почтение Аранья Махараджа. Выразите почтение этому великому вайшнаву. Кто-то может как-то плохо высказаться, не что проповедь его не удалось, но подлинный ачарья, он понимает, и это особенность этого особенного вайшнава. Когда Шрила Прабхупад, он вошел, а когда этот Аранья Махарадж пришел, Шрила Прабхупад сказал, что ты нишкинчан, я прославляю тебя. Шрила Прабхупад понимает все. Однажды один преданный, так много преданных, ну, в общем, один преданный другого критиковал, что ничего не делается, непонятно, чем занимается. Шрила Прабхупад, когда узнал об этом, он стал кричать, как лев. Кто разрешил говорить об этом? Он как лев начал говорить. Кто позволил тебе говорить об этом? Гурудев знает все. Кешава Госвами Махарадж говорит, если так или иначе Шрила Прабхупад не может, а он не видел этого преданного, какое-то время спрашивал, куда он пропал. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, но мы видели его великолепие, он, хотя с чьей-то точки зрения преданный совершенно бесполезный, ничего не делает. Но Шрила Прабхупад, он беспокоился, когда тот пропадал куда-то. И вот Кешава Госвами Махарадж говорил, какая, смотрите, какая любовь Шрилы Прабхупады была к нему. И он говорил, Гурудев может знать все, сколько любви у вас есть к Гурудеву. Шрила Прабхупад знает просто каких-то внешнего мало. И таким образом Шрила Прабхупад осознал, и Шрила Шанта Госвами Махарадж, они это поняли. И другой случай я расскажу. Однажды в храме Гопинатха в Кешаре. И вот Бхарати Махарадж говорит, Кешари — это Бакура, Бардаман точнее. И на границе Миднапура находится. И вот иногда Миднапур, иногда Бардаман, и вот, ну, в общем, где-то там. И вот там и вот Шрила Шанта Госвами Махарадж сидел в этом саде Туласи, и информация пришла, что работник упал с храма Гопинатха сверху и
И то ли помер, то ли почти помер. И тот сказал, что нет, не может быть, проверьте. И да, действительно, этот, несмотря на то, что упал с самой крыши, но только поцарапался, ничего не было. И в итоге Шрила Санта Госвами Махарадж позвал этого работника. Не должен врать. Если я спрошу что-то, отвечай правду. Ты был осквернен? Да или нет? Мылся ли ты перед тем, как на храм залезть, или нет? Да, и не мылся я тут. И поэтому так случилось. Гопинатх не... И вот Гопинат, ну вот, в общем, сказал, перед тем, как в храме что-то делать, надо чистоту поддерживать, мыться перед приходом, не приходить в оскверненном состоянии. Иначе Гопинат этого не потерпит. В другой случай, один саньяси, он отругал Санта Госвами Махараджа просто так. Мы знаем Вайшнава, они Антарьяме, они знают все, но почему вы не знаете? Но я практически знаю, я видел жизнь Гуру Махараджа. Гуру Махарадж, он видел все, что происходит. И если какой-то брахмачари ночью занимался какой-то ерундой, то Гуру Махарадж нельзя было скрыть от Гурудева. И вот Баладев, он не знает о том, когда Кришна принял форму этих телят во время этой лилы, но почему? Потому что Кришна не хотел, чтобы Баларам знал об этом, поэтому Баларам в течение года не знал, что Кришна принял форму телят. Но Баладев, смотрите, он не отличен от Кришны, но если по воле Кришны он не должен что-то знать, то он и не знает. Но смотрите, все служение, вся сева совершается Баларамам. Кришна, единственное, что Кришна оставляет за собой, это Ичха-шакти, волю, желание. Сударшан, смотрите, это олицетворение воли Сударшан. Только это воля, она полностью отдана Кришне. Радхарани, она гуру, Баладев тоже гуру. Хотя они не отличны от Кришны, но все же воля, желание что-либо совершить исключительно за Кришной. Например, если Кришна не позволяет кому-то что-то знать, то он и не знает. В своей жизни я видел однажды рядом с Кальяни, там авария случилась, я рассказывал, что меня отправили за билетом на самолет. Гурудев сказал заранее, что что-то случится, я чувствую беспокойство какое-то. И в итоге узнали, что этот американец, который ехал в аэропорт, попал в аварию этого водителя. Насмерть сразу прибило, тех покалечило серьезно. Или когда Гирирадж горел в читании в Матхе в Калькутте, Гурудев чувствовал какое-то жгущее чувство. И в итоге выяснилось, что этот глупый пуджари не мог как следует ламбаду поднести. В итоге поджег одежду Гирираджа, и тот горел. Ну, в смысле, одежда на нем горела. И Гурудев, он был очень опечален, что не мог два дня постился насухо. И Гуру Махарадж был в Гайшпуре, в Кальяне,
там были прекрасные божества, которые могли говорить с ним, с Мадана Маханом. Я говорил, что Мадана Махан, он залез на дерево, чтобы украсть это. Ну, в общем, сок собирают пальмовый и финиковый, и вот тут Мадана Махан пошел воровать этот сладкий сок, и тут хозяин его чуть-чуть не поймал, чуть-чуть поцарапал. И вот, там это то самое божество, которого поцарапали во время враства сока. И вот Гуру Махарадж однажды ночью не укрыл это божество, закрыл алтарную, пошел спать. И вот я когда немного поел, чувствовал какой-то озноб. Хотя вроде час назад все хорошо было, а сейчас чувствую, озноб, и вот так или иначе лег спать, но во сне Мадан Махан явился, сказал, что забыл меня укрыть, я тут мерзну. Гуру Махарадж проснулся. Проснулся, принял омовение, переоделся в чистую одежду. Нанес тилак, открыл алтарь, извинился перед Господом, укрыл его одеялом. И, ну, точнее, открыл алтарь, но увидел, действительно, забыл укрыть его, укрыл одеялом и пошел дальше спать. И я вот увидел Гуру Махараджа даже в 96 лет. Он всегда клонился, приносил полные поклоны божествам. Хотя не мог встать без посторонней помощи, но все равно. Но я видел, с каким огромным чувством он предлагал поклоны, как говорил с Гопинатхом. И у меня есть, я не знаю почему, у меня была возможность видеть жизнь таких великих саду. Однажды я приехал с Вриндавана, видел Ваман Госвами Махарадж, пришел с Баджан Кутира. И он был перед Винод Бихари, никого не было там. И вот я рядом стоял и видел, как он стоял перед Винод Бихари, я видел, как он общается с ним. Как будто я видел, что он говорит с Мадана Маханом, и тот отвечает ему. Я четко видел это, я был удивлен. И таким образом, по милости Гуру Махараджа, Шрила Шанта Госвами Махараджа, мы хотим пригласить Шрила Шанта Госвами Махараджа опять. Мы хотим пригласить Шрила Шанта Госвами Махараджа опять, поскольку ситуация такая, что опять нужно, чтобы они пришли, кто делает правильно, кто неправильно, кто обманывает людей. Нам их не хватает, но, к счастью, осталось их учение, а те великие преданные, они ушли из этого мира. Если они сами не придут, то, по крайней мере, их Сиддханта, их учение придет к нам, и мы молимся Махараджу, чтобы он спас нас в эту критическую ситуацию в нашей жизни, чтобы он пришел и помог нам. И это моя молитва этому Махапуруше. Я прошу его пролить свою милость на меня, чтобы я продолжал говорить Харикатху до последнего момента своей жизни, не меняя никакой сиддханту, поскольку я думаю только о удовлетворении Верховного Господа. А кому нравится, кому нет, это ко мне не относится, я не ожидаю ничего. На сегодня конец. Джасьясти бхактира бхагавати ачинчана сарвагуны сатру шамашати сураха хару авакташа куто махат гунаха.
Мано ратхена асато дхавато бахи. Гуру таттва is very vast. If I discuss so many Upanishad, Vedanta, everything, then it will take long time. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunai stattra shamasati suraha haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vahi vancha kalpaturvasya kipasindu bhavishya patitanang pavana bhavishnabhyo. Again, if Guru Tattva, even some opportunity coming, I can discuss from different angle.